Уже несколько лет Новисад – один из городов-побратимов Нижнего Новгорода. 20 октября педагоги и учащиеся из культурной столицы Сербии посетили филологический факультет ННГУ и медиа-центр университета. Событие состоялось в ходе визита сербской делегации в 13-ю гимназию Нижнего Новгорода. В последние годы такие встречи стали традиционными. Это связано с неослабевающим взаимным интересом сербской и русской культур. В результате мы расширим представление о мире у детей наших, да, и у детей сербских. И ну, будем, наверное, воспринимать мир, как сейчас говорят, толерантно, то есть понимая особенности, специфику другой культуры, хотя и родственной. И вот то, что это родственная славянская культура, славянский мир, это очень чувствуется, потому что это выражается в отношениях между людьми, в том интересе, который проявляют и наши дети, приезжая в Сербию, и сербские ребята, бывая у нас в гостях. Когда приезжает сербская делегация, это всегда глубочайший интерес к русскому театру, к русской науке, к русскому искусству вообще. Прорастаем такими связями и интересами взаимными, поэтому жить интересно. Сегодня для детей, изучающих нашу культуру в сербских школах, русский становится вторым языком. По словам гостей из города Нови Сад, граждане их страны долгие годы ждали такого плодотворного общения. Во многих сербских семьях по сей день сохранилась любовь к России. Нижний Новгород – это очень красивый, большой город. Это отличный. Мне очень нравится в Нижнем Новгороде. Мне очень нравится Россия. Сербы и русские – братья навсегда. И это любовь и в культуре, и в языке, и в литературе, и в спортивной команде, когда соревнуюсь. Если не участвует сербская команда, я болею за русские. Это живая связь, это историческая связь, которая обновляется в это время, в последних, может быть, 10 лет. Мы счастливы, что происходит такая дружба между школами, между народами, между молодежью наших двух стран. Ребята, которые приезжали со мной в Россию, в Нижний Новгород, именно и в Москву, они главным образом переписываются друг с другом, с вашими ребятами. Я воодушевлен этим. По словам руководства филологического факультета, на основе уже сложившихся отношений с сербской системой образования могут возникнуть новые международные студенческие сообщества. Не исключено, что со временем на филологическом факультете ННГУ имени Лобачевского появится Центр сербской культуры.